Значит, вы планируете дороги Саратовской области привести на нормативное состояние с 9,9% до 24,8%, правильно? Да. Какие средства планируете вложить, чтобы достичь этого? Всего на реализацию проекта до 2024 года предусмотрено более 9 миллиардов рублей, 9,8 миллиардов рублей, а в 2019 году 970 миллиардов рублей. Кроме того, соответственно, в связи с изменением порядка начисления акцизов, к этой сумме будет добавляться сумма, которая будет распределяться по региону от акцизов на нефтепродукты. Вы же понимаете, что вопрос ответ. Пожалуйста, еще вопрос. Предоставим возможность выступить на вступление этого клуба. Вопрос ответ. 33-й, включите, пожалуйста. Значит, по палате Юрьевского, вначале в выступлении Малетина говорилось о том, что стоит задача достигнуть рост экономики, чтобы Россия вошла в топ-5 экономик мира. Я не услышал ни одного тезиса в вашем докладе по достижению конкретно этой задачи, кроме палаты Юрьевского, которую вы сказали. Значит, вы несколько... Что? Палата Юрьевского при чем здесь? Нет, Я понимаю, просто это смешно звучит, когда стоит задача войти. Уважаемый Николай Николаевич. Вы мне вопрос не даете. Вы задаете вопросы, комментарии потом выступите. Свои. Спасибо, уважаемый Александр. Мы договорились, еще вопрос, Николай Николаевич, пожалуйста, 33-й, один вопрос. Во-первых, Виктор Владимирович, вы, пожалуйста, дайте возможность присутствующим задавать вопросы, не перебивайтесь на полслова, к вопросу нужно подойти, нужно объяснить, почему этот вопрос происходит. Уважаемый Николай Николаевич, нет отвлечения, я спикер. Послушайте, вы как спикер, вы для галочки... Вопрос, да. Вопрос, у вас есть вопрос? Да, есть. Юрий, пожалуйста, дальше. По первому вопросу, не дали мне договорить, значит, на приведение нормативное состояние еще 15% дорог области, значит, по оценкам требуется 25 миллиардов рублей. 25 миллиардов. По заявлению профильного министерства 140 требует, чтобы привести их в целом в области. Вы назвали 12 миллиардов. Где остальные 13 миллиардов будут браться? Спасибо. Вы не планируете выполнение, это просто по словам все будет. Спасибо. Я вам назвала цифры, которые запланированы и согласованы.